Состоялась 56-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Приняли участие в ней исполняющие обязанности главы муниципалитета Дмитрий Малов и прокурор Евгений Ширяев. В ходе заседания депутаты рассмотрели 9 вопросов, основным из которых стал вопрос внесения изменений в решение Совета о местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Утвердить план доходной части местного бюджета на 2024 год с изменениями в сумме 3 миллиарда 955 миллионов 400 тысяч рублей. Расходная часть местного бюджета с учетом предлагаемых изменений составит 4 миллиарда 179 миллионов 912 тысяч 700 рублей. Бюджет сбалансирован. Прошу принять за основу и в целом. Также обсудили вопросы передачи имущества в безвозмездное пользование Северскому районному казачьему обществу, об отчуждении недвижимого имущества, нежилых помещений на улице Пушкина в поселке Афипском и о внесении изменений в решение Совета об утверждении генерального плана Смоленского сельского поселения. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, депутаты поддержали.